Тумсо, во время русско-кавказской войны именно запорожские казаки из Украины воевали на стороне Российской империи и уничтожали мусульман, черкесов и адыгов. Сейчас их потомки осели в Краснодарском крае. Про Кадырова в Коране есть целая сура про таких, как Кадыров, Иуда, вот все блин, ассоциирующие себя люди с путем Ахмата Кадырова, про них в Коране есть целая сура, не то что аят. Вы один раз сказали, что если бы когда-то неправильно начертили границу, то нужно будет восстанавливать справедливость. Так почему Крым, Украина, его несправедливо отдали Украине, хотя он был в России? Если Крым был несправедливо отдан России, ой, тут и Украине, прошу прощения. Мы ведь говорим о передаче Крыма во времена Советского Союза при Хрущеве, да, когда он перешел под юрисдикцию Украинской ССР. Да. На тот момент это было как бы единое государство, СССР, просто из одного, так скажем, союзного государства перешло в другое союзное государство. Но это все было так, была формальность. И если это было несправедливостью, тогда на момент создания, на момент распада СССР и создание уже отдельных независимых государств, как Россия и Украина, нужно было тогда и предъявлять эти претензии. Но если когда распадается страна, то эти границы, они подписываются, никакие вопросы, связанные с этой границей, связанные с Крымом, не предъявляются, все довольны, все совсем согласны. В этом случае все, это уже свершившийся факт. И здесь это не значит, что претензии какие-то там не могут быть, что границы не могут быть пересмотрены. Могут, но уже в этой ситуации они должны пересматриваться в соответствии с действующими правилами, с международным правом, а не так, что ты там подписал, согласился, а потом пришел такой, опа, вы знаете, я, оказывается, был не согласен. Это уже является вероломством. Таким же примером является, допустим, Курилы. Вот Курилы, что бы там ни происходило, СССР распадался, в Японии власть менялась, не менялась, что бы ни происходило, Курилы – это всегда спорный вопрос. Никогда Япония не соглашалась с переходом этих островов в пользу России. Россия же не соглашалась с тем, что это японская территория. Они изначально спорные. То есть Япония предъявляет свои претензии на эту территорию. И если завтра у Японии появится возможность отжать эту территорию, и она ее отожмет, захватит ее силовым методом, например, не будет вообще никаких вопросов к Японии. Но если бы Япония согласилась бы, сказала бы, все, никаких претензий не имеем, подписываем с вами, значит, мирный договор, территорию, границу, все определяем, и после этого совершили бы, если бы не вероломство, то это уже было бы нарушением договора. Тумсо, зачем нам этот Крым и Украина? Они все куфры, и им наплевать на мусульман, если не было той обстановки между русскими и украинцами, они, как мы знаем, совместно уничтожают чеченцев. Селим Али, у тебя какое-то свое, наверное, видение, свои знания по этому поводу. Я тебе скажу, что во время Первой российско-чеченской войны у нас на территории Чечни, на нашей стороне, воевали добровольцы из Украины. Так что я бы не был бы на твоем месте столь однобоким. Изучи этот вопрос, посмотри на него со всех сторон. Лично для меня это не безразлично. Даже если как-то отстраниться от всего этого, сказать, что это, в принципе, нас не касается, даже если бы это происходило бы не в нашем регионе, да, если бы это где-то в Африке бы подобные вещи происходили, все равно чисто человечески, по-человечески, когда кто-то приходит и отжимает у другого что-то в наглую из-за того, что у него есть сила, ну, как-то вот по-человечески нутро сопротивляется этому. Я на это смотрю как будто бы, ну пусть не в моем доме, да, а если бы через несколько домов какая-нибудь семья взяла бы и у своего соседа отжала бы комнату. Даже если это не в моем доме происходит, где-то в другом доме, но все равно мне бы это было как-то неприятно, потому что, ну, обострено чувство справедливости, я бы знал, что это несправедливо, мне было бы не безразлично.
А это-то происходит непосредственно в моем доме. Вот в одном доме мы как бы находимся недалеко друг от друга. И самое главное, что вот этот вот терроризирующий всех такой сосед, очень мощный, это тот сосед, который и нас тоже терроризирует, и нас захватил. И когда он еще кого-то захватывает, то, естественно, меня это конкретно касается, я на это как-то обостренно реагирую. Спасибо за упоминание, Тумсо, это приятно слышать. Из Карпат у нас и правда были добровольцы, которые помогали вашим бойцам в годы борьбы за свободу. Благородно о таком помнить. Спасибо тебе. Не за что, Иван Пилипчук. Такие вещи не забываются. Это мы помним, будем это помнить. Их действия, их пролитая ими кровь на нашей стороне, она будет увековечена у нас, иншаллах, как только у нас появится такая возможность. Все вот эти вот улицы имени псковских десантников, российских генералов, там, Трошевых, российских президентов Путина, например, российских наместников типа Кадырова, все эти улицы, они будут у нас вычищены, скверы, там, их имен, все, ничего подобного не будет. Вместо них у нас будут увековечены те наши герои непосредственно и те добровольцы, которые погибали вместе с нами, защищая наше государство, наши границы. Тумсо, во время русско-кавказской войны именно запорожские казаки из Украины воевали на стороне Российской империи и уничтожали мусульман, черкесов и адыгов. Сейчас их потомки осели в Краснодарском крае. Ну, если мы с вами будем заглядывать далеко в историю, то мы найдем очень много таких вот примеров для вражды. Прежде всего у нас на Кавказе. Давайте тогда будем начинать с себя. Давайте здесь друг с другом сначала передеремся, предъявим претензии с нашим самым близким соседям, живущим прямо рядом с нами, окружающим нас со всех сторон. Ко всем из этих соседей мы можем предъявить с вами эти же претензии. И эти соседи тоже могут ко всем, и к нам в том числе, точно так же предъявлять эти же претензии. Поэтому давайте, наверное, поймем, что ну, так политика не делается. Примеров в этом мире полно. Люди, которые, страны, народы, которые сражались друг с другом, просто миллионами положили друг друга. Потом умудрялись как-то приходить в некое соглашение, создавать даже союзы наподобие Европейского Союза. И становиться мощной такой силой в этом мире. Так что не ведите разговоры, которые нам вредны. Вот сейчас вот подобные разговоры нам вредны. Нет разницы, кто сражается на стороне врага против нас. Будь то украинец, казак или чеченец. Это для нас враг. Но это не делает украинцев всех, там, всех казаков и всех чеченцев нашими врагами. Если мы из-за какого-то количества украинцев, которые воюют или воевали когда-то, тем более воевали когда-то, да, на стороне России, если мы сейчас будем предъявлять претензии всем украинцам, ну тогда и украинцы предъявят точно такие же претензии против всех нас, так как на стороне России сейчас на Донбассе орудовали кадыровские чеченцы. Давайте справедливо подходить к подобным вопросам. Немецкий солдат, германский рейх, Святой Коран говорит, те, которые вызывают неприятные чувства у верующих мужчин и женщин, ничего не совершивших, понесут на себе тяжесть злословия и явный грех. 33 сура, 58 аят. Кафыров, не о тебе ли этот аят? Про Кадырова в Коране есть целая сура, про таких как Кадыров, Иуда, вот все ассоциирующие себя люди с путем Ахмата Кадырова, про них в Коране есть целая сура, не то что аят, а целая одна сура. И эта сура, она отличается вообще в Коране. Короче, эта сура называется «Лицемеры», так и называется. Кадыров может почитать эту суру, и во многих текстах этой суры он узнает себя.